Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем с вами готовить очень вкусный йогуртовый чизкейк, который к тому же еще и шоколадный. В начинке у него вишня, а сверху потрясающая хрустящая корочка. Итак, для начала нам понадобится мягкий творог. Творог можно брать любой жирности. У меня была жирность у творога 0,1%, 5% тоже отлично сюда подходит. Добавляем к творогу яйца. Яйца я всегда использую категории С1. Почему я часто обращаю на это внимание? Потому что это очень важно, когда вы считаете калории. Яйца категории С1 и С0 имеют различные ГБЖУ. Добавляем сюда заменитель сахара 8 грамм. Это соответствует 80 граммам сахара. Кукурузный крахмал. И все хорошо перемешиваем венчиком до однородности. Миксер здесь не понадобится, венчика вам вполне хватит. Перемешали все до однородности и добавляем 2 столовые ложки какао. Какао можно брать обезжиренное, можно обычное. Единственное, смотрите, чтобы оно было обязательно без сахара, то есть никаких там несквиков и прочего, просто чистое кондитерское какао. Все перемешиваем аккуратненько. Получилась однородная, очень ароматная масса. Отставляем ее пока в сторону. Берем ягоды. Лучше, конечно, вот вишню или что-то кисленькое. Отлично подходит смородина. В общем, любую свою любимую замороженную ягоду. Добавляем к ней 1 грамм подсластителя. И 1 чайную ложку кукурузного крахмала. Ягоды можно не размораживать. Вот так вот просто постарайтесь обвалять их хорошо в крахмале. И пока тоже отставляем в сторону. Теперь займемся крошкой. Для крошки понадобится кокосовое масло и мука. У меня была дурум мука. Можно использовать любую, которая вам нравится. Масло растапливаем. Можно использовать мягкое сливочное масло. У меня вот было кокосовое. И хорошо с мукой перемешиваем до вот такой крошки. Также добавляем сюда какао 1 чайную ложечку. Снова все перемешиваем. И сейчас будем уже собирать в форме наш чизкейк. Форма у меня была квадратная, 15 на 15 сантиметров. Я проложила ее пергаментом, поскольку чизкейк будет очень нежный. И чтобы фольгу его потом не повредить, аккуратненько сниму просто пергамент и ничего не повредится. Выкладываем всю заготовку в форму. Разравниваем все. Далее выкладываем ягоды. Ягоды постарайтесь распределить равномерно. Ягоды мы с вами обваляли в крахмале для того, чтобы они не дали лишней влаги при выпекании. То есть весь сок останется внутри самой ягоды и будет ощущение, как будто вы свежую ягодку использовали в выпечке. Распределили все ягоды и дальше распределяем крошку. Стараемся тоже это сделать равномерно, ее не очень удобно распределять, поэтому там как-нибудь вилочкой или 2 чайными ложечками постарайтесь, чтобы все-таки она равномерно покрывала чизкейк. И далее все отправляем выпекаться при 170 градусах 30 минут. Обязательно даем остыть чизкейку в форме, потому что он очень нежный после выпечки, ему нужно стабилизироваться. Аккуратненько перекладываем после того, как остынет, на подложку. Можно вот так вот прям подсовывать подложку. И все, чизкейк у вас уже в форме, остается только бортики снять. По краю бортиков обязательно проходимся ножом или лопаточкой для того, чтобы ничего не оторвалось вместе с формой. И все, снимаем, получаем очень красивую вкусняшку. Согласитесь, выглядит как какой-то магазинный пирог. Получается очень быстро, вкусно, не калорийно. Поэтому обязательно пробуйте этот рецепт. Можно менять ягодки, с ними будет сильно меняться вкус чизкейка. Поэтому готовьте, экспериментируйте, наслаждайтесь. И спасибо большое за внимание. До свидания.